Ребят, всем привет. Знаете, как говорят, черная пятница. У всех она разная. В нашем случае черная пятница — это когда она действительно черная. Смотрите, свет у нас отрубили. И уже как-то целый день занимаемся ерундой. Вот. Даже прибраться не получается, потому что ничего не видно. Вот. Так что всем. Короче, всем хороших выходных. Давайте. Удачи, успехов. Да, всем света. А на следующей неделе я вам покажу наш новый тендер. Взяли за Зеленогорском у нас в Питере. Тоже будем там работать. И надо, наверное, уже скоро покупать дробилку пней. То, что с вами будем выбирать вместе. Вот. Кстати, по поводу Черной пятницы. Кому интересно, напишите в заказе Черная пятница. Вам Юра, мой помощник, обязательно сделает специальный ценник. Все, пока. Так, ребята, у нас там в темноте, по-моему, привидение живет. Еще и разговаривает.